Всем привет! Рассмотрим гитарную педаль дисторшена Behringer XD300. Данная педаль имеет регулятор громкости, регулятор контура, уровень перегруза и настройку тембра. В данном видео мы используем гитару Gibson Les Paul, комбик Bugera Infinium 6262 и снимаем звук микрофоном Shure SM57. Давайте послушаем чистый звук комбика. И теперь с педалью. We'll be right back.